Привет! В этом ролике мы расскажем об универсальном, полезном и для многих незаменимом аксессуаре карабине Hero Clip, а заодно сравним его с другим карабином клипа, основная задача которого – повесить рюкзак или сумку о край стола или в другом неудобном месте. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Бренд Hero Clip основала Мина Ю. Идея создания универсального карабина-крюка появилась во время восхождения на гору Рейнер с двумя маленькими детьми, когда десяток разных вещей было некуда деть. Как их закрепить? С помощью продуманного карабина. Hero Clip – минималистичный аксессуар, который практически ничего не весит и выдерживает огромную нагрузку. Он маленький, практически незаметен, но когда понадобится, то всегда будет под рукой. В продаже есть три версии. Мини, способная выдерживать до 18 кг, Small с грузоподъемностью до 22 кг и Medium, которая выдерживает до 27 кг. Все карабины выполнены из стали, алюминия и прочного шарнирного соединения. Наконечник у карабина резиновый, благодаря чему он становится цепким. Для чего подойдет Hero Clip? Тут все ограничивается вашей фантазией. Карабин можно использовать для крепления рюкзака на край стола, чтобы не пачкать его а грязный пол или мокрый пол. То же самое можно сделать с сумкой или пакетом с продуктами. Можно повесить рюкзак в транспорте на перекладину и освободить руки, или чтобы удобнее достать что-то из него. Карабин подойдет и для походов. С его помощью можно закрепить мокрое полотенце на рюкзаке, кружку, фонарик или органайзер с туалетными принадлежностями. Поворотный механизм позволяет выбрать удобный угол крепления. А что же такое клипа? В этом аксессуаре заложена идея Hero Clip, но совсем другая реализация. Это тонкий держатель из двух металлических частей, который соединяет приятный в работе механизм. На кончиках есть прозрачные, не скользящие накладки. Если через годы использования накладки сотрутся, то на сайте производителя можно заказать новые. Меняются просто, быстро, и аксессуар продолжает вас радовать. В продаже есть несколько цветов. Это матовый золотой, серебряный, серый и бронзовый, а также глянцевый светло-серый, золотой и бронзовый. Матовые карабины намного приятнее, практичнее, поскольку на них меньше видны отпечатки, грязь и царапины. Клипа выдерживает нагрузку до 15 кг, за счет более округлой формы его удобнее вешать на трубы. Hero Clip же удобнее цеплять за необычные выступы, ветки, забор и что-то подобное. Главные различия карабинов. Hero Clip – наиболее универсальный аксессуар, который также доступен в большем количестве цветов. Плюс иногда выходят эксклюзивные версии в коллаборации с другими брендами или медиа. Клипа создан фактически для одной задачи и справляется с ней отлично – повесить рюкзак или сумку. Он элегантнее, им проще пользоваться, достаточно просто потянуть пальцем за одну из частей, тогда как Hero Clip нужно разворачивать. Еще клипа можно использовать как браслет. Честно, не представляю, кто так будет делать, но теперь вы знаете, что такая возможность есть. Если вам нужен один карабин для всего, присмотритесь к Hero Clip. Это наиболее универсальный вариант. Я использую оба карабина одновременно, клипа для того, чтобы подвешивать рюкзак, а Hero Clip постоянно висит на нем для того, чтобы прикреплять различные объемные вещи, место для которых внутри рюкзака не нашлось. Напишите в комментарии, что вы думаете про карабины Hero Clip и клипа. Не забывайте поставить лайк, подписаться, все узнаете. До скорых встреч!